неоднократно он приезжал к нам в лицей. Вот мы стоим сейчас около нашего лицея. Тогда это еще была гимназия. И однажды, когда он первый раз посетил нас, он написал такие слова в книге почетных гостей. «Пусть на якутской земле Амгинская гимназия имени Леонида Васильевича Керенского будет самой яркой звездой». Эти слова настолько нас воодушевили, вдохновили. Мы всегда помнили о них и старались не подвести нашего первого президента. Не случайно одна из наших учениц, когда писала стихи, посвятила ему такое стихотворение, которое заканчивало словами: «Наш президент – мой президент». Он был для всех вот таких своим президентом, родным человеком. У нас появилась идея, она родилась в голове нашего директора Дарьи Иннокентьевны Захаровой, создать такое методическое пособие, где бы учителя разработали систему, серию каких-то классных часов, мероприятий, основанных на трудах Михаила Федоровича Николаева. И у нас появился такой сборник методический, который мы назвали «Космос Николаева. Разговоры о важном». Это действительно космос Николаева. И вот сейчас, в эти траурные дни, когда он действительно уходит от нас, уходит наверх, с нами остается то, что он сказал.